Громыхание вагонов и стук колес поездов не умолкают ни на секунду. Составы туда-сюда проносятся мимо станции «Октябрьск». Это один из крупнейших железнодорожных узлов страны. Жизнь здесь кипит днем и ночью. В диспетчерской на зеленом экране загораются желтые лампочки. Это поезда приходят на станцию. Отсюда контролируют их передвижение, следят за погрузкой, выгрузкой, приемом и отправлением составов. Главное не допустить аварийных ситуаций, ведь могут пострадать люди. И хотя все здесь автоматизировано, последнее слово остается за человеком. Экскурсию для школьников туда, куда обычно посторонних не пускают, организовали в рамках общественной акции «Где родился, там и пригодился». С 15, да? Слушай, дежурный отец. Да. А вот и сортировочный парк. Он состоит из 23 путей. Здесь трудятся составители поездов. 12 часов на ногах. Перегоняют вагоны, формируют составы. В руке всегда рация для связи с дежурным. Сергей Загуменов работает на железной дороге уже 8-й год. После службы в армии вернулся в родной город и нашел работу по душе. Признается, своей профессией гордится. Ведь с такими нагрузками могут справиться только настоящие мужчины. Мужчина должен заниматься мужской профессией. И вот составитель поездов – это одна из самых-самых сложных и мужских профессий. Очень травмоопасная работа. 71 вагон могут быть раскиданы от 2 до 10 путей. И вот мы должны переезжать с пути на путь с тепловозной тягой. Вот. Все это дублируем командами. И тем самым делаем целый поиск. Интуиция должна быть развита до 100%. Потому что ты должен чувствовать не только глазами, которые у тебя спереди, но они постепенно как будто появляются у тебя на затылке. Ты чувствуешь уже своим затылком эти же вагоны, все эти передвижения. И все же главное здесь – командная работа. В бригаде ошибка одного, ошибка всех. Эмилия Закрепила, 8 с нечетным, 3 с четным, вперед на вагон. Где родился, там и пригодился. Это как раз про Сергея, поэтому он и решил принять участие в акции. Молодой специалист уверен, найти любимое дело и добиться в нем успеха можно и на малой родине, ведь у него получилось. С Октябрьска участвует 31 человек. Мы так хорошо друг с другом познакомились, мы так хорошо друг друга знаем. Это объединяет как-то народ, это очень хорошо и мне нравится. Своими достижениями Сергей делится со старшеклассниками на открытом уроке. Школьникам помогают определиться с самым главным выбором – будущей специальности. Такие профориентационные занятия проводятся по всему региону. Участники, лауреаты этой акции – это примеры для подражания. И мы надеемся, что их примеру последуют другие ребята. Сегодня у многих старшеклассников есть дилемма, кем стать в жизни, в каком городе работать. И мы хотим, чтобы они оставались в своих родных малых городах, в селах, но при этом получали хорошее образование в больших вузах. Сегодня для этого у нас есть все возможности, поэтому очень важно, чтобы сегодня молодые ребята, старшеклассники, перед тем, как делать свой выбор, ознакомились, например, с опытом лауреатов и участников акции «Где родился, там пригодился». Со всей области на победу претендуют свыше 1000 участников, и это рекорд. Победителей районного этапа выбирают сами жители. Проголосовать за своих земляков можно на сайте акции «Где родился.рф» до 20 апреля. А телерадиокомпания «Губерния» продолжает рассказывать о номинантах.